меня в руках? Мяч. По поднятой руке. Ну, громко. Мяч. Мяч. Итак, запишите, пожалуйста, в рабочих тетрадях посередине слово «мяч». Скажите, пожалуйста, мяч какой по форме? Круглый. Круглый. Итак, записываем. Круглый. Мяч какой по цвету? Пестрый. Пестрый, молодец. Мяч какой по размеру? Маленький. Маленький. Скажите, пожалуйста, на какой вопрос отвечают данные слова? Какой? На вопрос какой? Что обозначают данные слова, Даня? Признак. Признак чего? Предмет. Признак предмета, конечно. А слова, которые у нас отвечают на вопрос какой и обозначают признак предмета, относятся к какой части речи? Имя прилагательное. Сейчас проследите, пожалуйста, я совершу с этим мячом определенные действия. Что я сделала? Уронила. Еще? Ну? Уронила. Уронила еще? Бросила. Бросила, конечно. Я мяч бросила. Запишите рядом. Бросить. Мы будем с вами записывать в неопределенной форме. Итак, бросить. А сейчас что я сделала? Максим? Подбросила. Подбросила. А сейчас что я сделала? Так, Ален. Положила. Положила. На какой вопрос у меня отвечают данные слова? Что обозначают данные слова? Оля? Нет. Действие. Эти слова обозначают действие предмета. А слова, которые отвечают на вопросы, что делать, что сделать, и обозначают действие, называются глаголами. Глаголами, конечно. В целом, я что делала с мячом? В целом, я что делала с мячом, Паш? Так, вначале описывала, а потом совершала с ним действие. Ребята, образуйте от данных глаголов форму слова, которое будет отвечать на вопрос «какой?». Итак, бросить какой? Брошенный. Брошенный, правильно. Брошенный. Подбросить какой, Даня? Подброшенный. 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 Положить. Максим. Положить. Какой? Вань. Положенный. Положенный. Итак, данные слова у меня отвечают на вопрос «какой?». А что же они обозначают? Подумайте, кто догадается. Что могут обозначать данные слова? Так, ну? Признак по действию. Конечно, признак по действию. А слова, которые обозначают признак по действию и отвечают на вопрос «какой?», называются причастия. И сегодня с вами мы на уроке и будем говорить об особой форме глагола причастия.